Здравствуйте, уважаемые пользователи, дорогие подписчики этого канала. Это видео о рисовании новой или третьей картинки с абстрактным растекшимся черным пятном на обычной бумаге с помощью гелевой ручки. Как будто какую-то жидкость бросили на вертикальную плоскость, и она потекла вниз. Дальше я здесь стал использовать полиэтиленовый пакет как подкладку, потому что гелевую ручку можно легко по бумаге размазать рукой. Здесь ко мне на стол во время рисования запрыгнула моя кошка. И вот так вот лапкой меня по правой руке. Все, нарисовал последнюю капельку, и на этом, как я считаю, эта уникальная картинка готова. Естественно, существующая в единственном экземпляре. Но ее, конечно, можно легко оцифровать и перевести в цифровой JPEG-файл. Если взять фотоаппарат, это Canon EOS 6D и объектив EF70-200 мм f/4 LUSM, и сделать им снимок сверху. Здесь мы уже и видим этот самый снимок, только, естественно, обработанный, чтобы фон был идеально белым. Видно, как ручкой все прорисовано. Сделан на 70 мм фокусного расстояния того самого объектива, на диафрагме f29, на чувствительности ISO 100 единиц с выдержкой 30 секунд. Естественно, с предблокировкой зеркала и автоспуском на 10 секунд, чтобы не было никакой трески во время создания фотографии. Но оригинальная эта картинка, естественно, выполнена с любовью и существует в единственном экземпляре. А цифровой JPEG-файл можно вставить куда угодно. Естественно, с таким идеальным белым фоном по всем оттенкам 255 RGB. Ну что ж, на этом я видео об этом рисунке хочу закончить. Всем всего хорошего, спасибо, до свидания.